Добрый день, страна! С вами Юрий Бажан, столяр-краснодеревщик, токарь по дереву, блогер, руководитель своей собственной столярной и токарной школы. И вот в это нелегкое время я доделываю свой большой проект. Никак не доделаю. В общем, делаю, никак не доделаю. Все что-то все время мешает. То тут мобилизацию объявит, то еще что-то. Все, какая-то жизнь неспокойная. Знаете, вот неспокойная жизнь не живется нам спокойно. То есть, вот и интернет-сообщество тоже там какой-то там второй фронт практически. Потому что, как мобилизацию объявили, объявилось какое-то гигантское количество людей, которые там начали крыть там на всех ресурсах, и на моих тоже. Я замучился их банить. То есть, братцы, ну давайте как-то там это самое. Если уж там воевать, ну давайте воевать там на поле боя. То есть что тут, вот эта вся информационная среда, сейчас вообще страшно телевизор включать. Но телевизор-то ладно, еще куда ни шло. А вот интернет открывать, вообще там ужас какой-то. То есть, ну как-то вот понятно, да, война. То есть, ну, понимаете, мы же всегда воевали. То есть, вся история развития человечества, это все время война. И ничего не изменилось. То есть, кто-то думает, что вот 21 век там, или там 22-й. У нас появились смартфоны, вот, в принципе, только вот смартфоны и появились, а все остальное то же самое. Все амбиции человеческие, и там государственные, там, и они же все остаются, да, то есть, и опять же, раз Советский Союз похоронили там, это, там кучку людей, которых я ненавижу, да, всей душой, то есть, и они нам подарили, собственно говоря, вот это все, то есть, вот это вот. Финансовые денежные потоки, которые там сейчас контролируются там буржуями, там, и которые там вот за счет вот этих вот нашей внутренней войны наживаются на этом. То есть, ну, там же, по сути, то есть, ну, всегда же вот все, что происходит, должно быть кому-то выгодно. Кому все это выгодно? То есть России, ну, может быть, где-то в чем-то выгодно, но вот Украине точно не выгодно. Понимаете, то есть, вот Украина ввязалась в эту войну, вот по какой хрен ей это нужно-то было? То есть, это же совершенно ей не выгодно. То есть, это вот Украина вообще все теряет, вообще все на свете. То есть, кому-то там на Украине, конечно, это выгодно. То есть кто-то там сейчас там деньги считает там, и в банковских ячейках складывает. Но в целом стране-то это не выгодно. Там америкосам там это очень выгодно. То есть там европейцам тоже не выгодно. По какой хрен это все нужно? То есть вот мы просто должны посмотреть, кому выгодно, кому нет. Вот кому выгодно, тот как бы за все это и отвечает. А мы с украинцами с вами помиримся. То есть мы же славянские народы. Мы же даже с чеченцами помирились после чеченской войны. И вот этот вот вой в интернетах, который сейчас идет, там ой-ой-ой-ой, мне вот очень не нравится. То есть это какая-то вторая война такая, второй фронт такой, там, я скоро плюну на все и пойду тоже воевать. Но мне неохота в плане воевать на втором фронте. То есть вот это же все какие-то слова просто. То есть, и мы живем в мире вранья. То есть вокруг нас одно вранье сплошное. То есть вот нас окружает вранье. Нам врут отовсюду. То есть из телевизора, там, из интернета, там, отовсюду. Отовсюду идет одно сплошное вранье, и мы должны как-то все это фильтровать. И, ну, я не знаю, там, не знаю, как быть, в общем, короче. Я буду ждать. То есть время лечит, то есть сейчас время какое-то пройдет, все там как-то устаканится на Украине, и я в этом уверен. То есть, ну пусть там это год пройдет, может два, может три, но все равно это все закончится, и мы продолжим с вами строгать деревяшки. А я продолжаю деревяшки строгать прямо сейчас. И, в общем, сегодня у меня 16-й день моего проекта. А вот предыдущий день я не снимал. Тут как бы вот чем я занимался, сейчас покажу просто коротенько. То есть последний день у меня закончился на изготовлении профиля. И вот я в субботу вышел, немножко еще построгал, но время у меня было как бы. И вот я вот этот вот профиль уже загнал в размер, в тот, который поставит его на шкаф, как бы и успокоит. То есть обрезка была и подгонка в размер. Вот его надо сейчас красить, а красить не могу, потому что дождь на улице. И завтра будет хорошая сухая погода, и завтра у меня последний день перед отпуском. Завтра я все это доделаю, ну, часть доделаю, и уеду спокойно в отпуск, а приеду, все будет уже по-другому. Ну все, поехали. We'll be right back.
кроме всех прочих своих заслуг, я еще и пишу книги. И вот я написал 3 книги, они все по нашим деревообрабатывающим делам. Первая книга «Современная столярная мастерская». Она, братцы, про мастерскую. Она для тех, кто собирается заняться там столярным делом. И для тех, кто, может быть, там хочет построить большую мастерскую, маленькую, неважно какую, она позволит вам расставить акценты правильно и позволит вам сэкономить при покупке станков оборудования. Книга реально помогает, и множество отзывов в сети, вот они именно вот в этом плане. То есть она нужна именно тем, кто, ну, как бы забил свою голову вот этими всеми видео там и какими-то другими источниками. То есть вот она все расставляет по полкам. Вторая книга «Бизнес столярки». То есть книга про денежки. Не секрет ни для кого, что начать свое дело как бы сложно. И вот эта книга позволит вам правильно, опять же, расставить акценты на при ценообразовании и вообще при как бы попытке сформировать свою корзину, так скажем, своих товаров и услуг. То есть вот здесь все четко написано, кто покупает, за сколько покупает, как выставлять, сколько ставить цену, там, как наценивать, как то, как все. В общем-то, вот все, что касается денег в столярном деле, вот в этой книге. Причем эта книга еще поможет не только столярам, она поможет любому человеку, который продает то, что делает самостоятельно своими руками. То есть будь ты кондитер, будь ты там гончар, будь ты там кузнец. То есть все бизнес-процессы, они все одинаковые. Ну и третья моя книга «Токарное искусство. Точение цельной древесины». То есть это самый такой трудный мой ребенок. Тяжелее всего она у меня шла, тяжелее всего мне она далась. Но это не удивительно. Это первая книга на русском языке за 129 лет. То есть 129 лет литература на русском языке по токарному делу не выпускалась. И книга эта, она, я считаю, что это настольная книга токаря. То есть вот ты начал точить, надо прочитать, потому что все здесь сразу станет более понятным, более ясным. Понимаете, весь мой опыт точения, там, 10-летний, он весь в этой книге. Кроме сегментного точения, потому что сегментное точение будет во втором томе моей книги «Токарное искусство».
Ну что, что сказать, друзья мои, закончился 16-й день. И закончился он борьбой с рамами. Вот они, рамы последние. Одна рама как бы у меня в руках, другая рама вон там лежит, клеится. Это последние детали комода. И по идее можно его уже собирать. Вот сейчас рамы только встанут. Но это я буду делать уже после отпуска. В среду я улетаю. Сначала я уезжаю в Москву, у меня там две встречи. И четверг, 29-го, я в Турцию полечу. Конечно, сейчас все скажут, что как же ты полетишь, мобилизация там и все остальное. Да как, вот так возьму и полечу. Чего не лететь-то мне? То есть я не вот бегу из страны, я просто на 10 деньков покупаться в море, жопу погреть на солнце. Вот и все. И вообще я чувствую, что устал. Вот даже сегодня работал. Несколько таких косяков было прям, ну вот, уже чистые от усталости такие возникают. Наверное, все, страна, до свидания. С вами был Юрий Бажан. Читайте мои книги, приезжайте ко мне учиться. Завтра еще поработаю, покрашу, а уж потом все доделаем после отпуска.